Школа бойових искусств и школа СНЕ имени Валерия Башурова в рамках программы «Молодежь Ангарска-2013» получат субсидии на реализацию своих проектов. На спортивно-оздоровительный лагерь «Сибирский тигр» – 45 тысяч рублей и летний экологический лагерь «Контакт» – 54 тысячи рублей. Свои проекты на суд конкурсной комиссии представили 5 организаций. Два этапа проходит определение, так скажем, победителя, распределение субсидий. Это сейчас второй квартал и третий квартал. Напоминаю, что у нас есть положение, которое объясняет, разъясняет всем, кто желает получить субсидии, каким образом они могут это сделать, какие документы подать, в какой срок и куда.